Так, в рамках алгоритма решения неравенств мы с тобой пришли к следующему решению. Мы берем первое действие, выкидываем все в левую часть, неравенство приравниваем к нулю, делаем из этого уравнение, что уже звучит хорошо. Упрощаем уравнение, ищем там что в этом уравнении? Истину. А истина в чем заключается? В иксах, то есть в корнях. Корнях, да. Ноль нашла, правильно. Сколько у нас? 15 делить на 3. Сколько, наверное, у нас есть 5? Совокупность решений? У нас есть, по сути, совокупность решений f первая и fn, да? То есть у нас есть, по сути, некая совокупность решений, которая нас приведет к двум иксам. То есть у нас будет x и x первая. Да, x нулевой, так можно говорить, или x просто x первое, да, то есть у нас x равен нулю, а второй x у нас чему равен? Процессе. Опять. Ну ты близко уже идешь, очень близко. Активней. Нам, по сути, нужно решать уравнение за сколько по времени? 5 минут, 5 minutes, окей? Okay? Да, мне хватит этого. Но... Типа, если писать... Ну, с графическим планшетом мы будем устраивать. Ну, я чувствую, да, чувствую. Слушай, а можно мне? Пожалуйста. Ну, я подумаю. Когда у тебя на день рождения тебе, да? Да, блин, это еще не скоро. Это еще не скоро. Я помню, у тебя летом. Летом. Летом, да. С нами пока нужнее. Да. Кстати, а ты знаешь, что я всем в днюху бесплатный урок устраиваю? Ты попал в эту акцию? Да, я это помню. Ты на акцию куда попала, да? Хорошо. Да. Вот. У меня много кстати, студентов попало на эту акцию. Много студентов попало на эту акцию. Я не знаю, стоит ли мне сейчас опять продолжать эту акцию или не продолжать эту акцию? Надо подумать. Ну... Я считаю, это надо для олдов. Да, это ну, реально олды, которые со мной самых низов. Да, которые уже сейчас пришли на готовенько, у них уже и чатик с информацией, материалами, да, уже экосистема вся развита, все есть уже. Да, да, да. Задал вопрос, получил, ну такое, типа, это уже все на блюдечке уже здесь. А когда эта вся экосистема создавалась, все эти чаты создавались, да, там всякие ссылки, там материал, вот это все, марафон. Короче, вообще это было жесть. Тогда еще, по сути... Марафон жестко вообще. На самом деле, в то время как раз у меня и было такое становление. То есть до этого я же не брал никогда еще аналитиков и математиков. То есть до этого у меня были программисты все время. И потом я такой вжух. И вот тогда у меня в тот момент началось как раз становление меня. Уже как преподаватель по математике и data science. Короче, это было феноменальное то время просто. Когда я только переломный момент был тогда реально. Когда у меня еще даже экосистемы такой не было, да? И потом только она появлялась уже. Хорошо. Далее. Да. Так, к чему мы пришли? К тому, что... Welcome to data science. Так, смотри. Я просто... x0 и x... у нас получился... x1 и 0. x2 у нас получился 9 пятых. Нет, так нельзя. Целую часть, ну, типа... Нельзя? Нет, целую часть уже не достают оттуда. Не достают. Не достают уже. Это. Не достают, не-не. Ну тогда прекрасно. Ты должна все написать здесь x1 индекс, а тут x2 индекс должен написать. Ура. Здесь и x1 индекс, а здесь и x2 должен быть индекс. Это обязательно. Хорошо, что дальше? Мы с тобой применили какие методы? Мы с тобой все разложили, получили, получилось у нас, да? Далее. Так, что у нас получается? И низ. Низ будем с тобой смотреть, что там по корням внизу? Давай глянем. А я уже списал. А где? Я уже написала. Первый, второй, первый корень есть? А чтобы... Первый корень есть, второй корень есть, третий корень вот есть, третий, будет. Четвертый корень не вижу. Ты где мне пишешь это? А. Третий корень, четвертый, где корень? Третий, четвертый. Ну а где они? Ну это не равно. Типа там любой x... Но не равен должен быть. Я ничего быть, не знаю. Третий... Давай третий счет корень пиши быстренько. Быстренько. 3х вот плюс 1 смотри. Равен нулю. 3х плюс 1 равен нулю. Четвертый корень у нас, что там у нас?
5х минус 1 равен нулю. Там не равно, там любой, там просто не равен должен быть. Быстренько. Вот, я нашла же уже в начале этого. Стоять. Ну вот, что у нас получилось? 5х, смотри. 5х, нет, сначала 5х чему равен корень? Не надо писать не равно, это рано. Мысли равен. У тебя получается х равен 1 пятой. Все правильно, х равен 1 пятой. Это потом в УДЗ ты должна писать, что это не входит в область значений, но здесь ты не должна это писать. Ты должна здесь писать х не равен. Ты, знак не равен здесь неправильный. X равно. Почему ты пишешь не равно, тянешь у меня? У нас так учили в этом знаменателе, чтобы нуля не было. Правильно, чтобы нуля не было. Правильно, правильно. Не подходит под УДЗ, просто пишем потом. Почему? Что это за... Что это такое? Что ты тянешь мне не равно, что ты мне тянешь? Что это такое вообще? Что не понимаю? Х равен 1 пятой, 3, х равен 1 пятой, х четвертый равен... что там у нас? Минус 1 третий. Х третий, х четвертый. А потом ты уже под УДЗ пишешь, выписываешь все иксы, решение уравнения, x первый, x второй, x третий, x четвертый, потом говоришь, типа, x третий, x четвертый не подходит под УДЗ, например, и все. Например, x третий, x четвертый не подходит под УДЗ, например. Ну вот, все так тогда. Да, но не так, но не точно. Не иксы сейчас. Да, но точно тянуть не равно нельзя, так, далее. Решение уравнения. Что, какое решение уравнения? Соответственно, x1 0, x2 9 пятых, x3 там минус 3 четвертых, x4 1 пятую. Все это, все x в ряд выписываем. Ну, можешь не выписывать. Сразу же пишешь метод интервалов. Сразу же пишешь метод интервалов, подставляешь функцию, определяешь знаки. Давай, по сути, все. Иксы нашли, подставляешь функцию, определяешь знаки. Если хочешь, и график нарисуем, если хочешь. Давайте график. Если у нас функция больше нуля, то что у нас получится? Если у нас функция больше нуля, то у нас... Сейчас что мы делаем-то? Ну, хочешь знаки сделаем плюс-минус. Хочешь с тобой сделаем прямую, там нарисуем с тобой, отметим точки, покажем знаки плюс-минус и как у нас она себя ведет там. Где возрастает у нас там что должно быть? Возрастает, убывает, растает, убывает. Мы с тобой... График. Мы должны больше нуля смотреть, значит мы должны с тобой... вывести, обвести только те точки, где она, функция наша больше нуля. Где функция больше нуля нас интересует, правильно, точки? Значит, только 9 и 5 подходит. Рисуй 9, быстро 5. Мне иксы на графике все. Одни выколотые, одни вколотые, правильно? Нет, что ты делаешь? Какая Декарт система координат? Ты Декарта пишешь или что это? Да. Какой Декарт? Кек. Ты мне еще, знаешь, вот недавно я делал там задание по, я не знаю, как называется, полярным координатам. Ты бы мне еще тут в системе полярных координат бы все нарисовала. Полярные координаты, да. Система такая специальная, в Вышимате есть. Но по сути, в школе тебе тоже, если хочешь, буду преподавать систему полярных координат. Ну, там ого, еще... все будет. Не смотришь, но это там она такая замороченная, там градусы появляются и вектор появляется в системе полярных координат. Ну, не знаю, где-то это удобно. Может, для полярников или там геологов и так далее. Ну, для кого-то это удобно очень. Хорошо. Далее. Теперь мы с тобой что сделаем? Мы с тобой перейдем к истине. Все отвечаем иксы, и иксы, которые не входят, типа их в это самое, выколоты делаем. Как выколоты, не выколоты понять? Ты шутишь? Вот выколотая точка. Вот не выколотая. И не в этом смысле. Нет, здесь у нас просто x равен. Как понять, что это выколотая? Отмечаем не выколотая. Х здесь на точечках быстренько. Давай, минус 3, 0, 1, 5, 9, 5. 0. Возьмем еще точку начала координат. Где у нас там? Активней. 0 берем. 0 у нас вколотая, выколотая, вколотая. 1 третья минус 1 третья выколотая, 1 пятая выколотая. Я не знаю. Ну, x может принадлежать у нас 1 пятая, 1 третья или не может? X. Нет. Нет. Потому что если мы 1 третью ставим в уравнение, что получится? Проблемы получится у нас, да? А, ну, нолик. Проблема у нас получится. Ты не можешь написать, что x принадлежит 1 третьей. Проблема, потому что, да. Потому что x не принадлежит 1 третьей. Проблема. А проблемы нам не нужны. Вот. Поэтому выколотая. А все точки, которые с проблемой не доставляют, они должны быть вколотые. Поняла. Давай, моя хорошая, работаем.
Все. Так получается. Да, получается, x может принадлежать нулю, и x может принадлежать 9 пятом. Инфосотка, правильно? Да. Теперь интервалы. Что со знаками там? Нам вообще интересно все, что типа больше равно единице. Да, хорошо. Давай посмотрим с тобой, что получится. Активней. Да, с неравенством, конечно, так. Мы с тобой тут сидим. Да, но это не все. Знаки. 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 Плюс-минус. Быстренько. Знаки. Знаки. И не понял, рисовать всю тут волну. Все вспоминать. Знаки. Так она идет. Ты знаки посчитала мне? Знаки. Я не читала. Вставляй значение в функцию и проверяй, что получится. Вставь туда какое-нибудь значение, да, не знаю, минус 2, например, не знаю. Какое? Ну, подбери какое-нибудь нормальное число, чтобы начать знаки плясать. Блин, ну как так? Ты забыл, как знаки расставлять в неравенствах? Давай быстренько вспоминай. Давай, вставляем это число. Помнишь, как мы с тобой в школе делали? Вставляй число, которое там подбирали, там минус 2, например. Вставлял, смотрел, что за знак получится. Давай, работай. А всю эту дробь подставляй минус 2. Давай, берешь число какое-нибудь, давай. Ну, давай минус 2 уже туда. Столько в знаках не нравится, как происходит у нас. Помнишь, мы списали там минус 2 и вставляли минус 2 вообще во все уравнение. Было такое в школе или не было? Было. Вспоминай. Было. Мы решаем с тобой через метод интервалов. Как мы решаем с тобой? Ку-ку. Это база. Ой. Ну просто в этот, вот ты сейчас, в это уравнение любые числа подставляю. Ну, допустим, минус 2 подставь. Может, возьми микс x минус 2, что получится? Числитель, ну будет минус 30. Что-то плюс-минус, что получается у нас с тобой? Ты можешь начать мне, например, сделать, пожалуйста? Не понял. Вставляй минус 2 в нашу... Можешь пример? Так у тебя вот же пример же. Вставляй туда минус 2. В свой не раз. Вставляй минус 2. Я могу уже считать? Да, вставляй туда минус 2. Вставляй, если что получится. Как мы с тобой определяем знаки? Я могу уже сразу в уме раскрыть. Ну, пожалуйста, раскрывай. Тебе главное знаки поставить. Плюс-минус. Мы что, методом интервалов решаем неравенство? Да? Корни нашли. Потом мы должны с тобой поставить знаки. Как мы с тобой штрихуем? Знаки чередуются. На основании чего мы с тобой ставим знаки? Не помню. Вставляешь значение, допустим, минус 2, и смотришь, что получится. Вставляй минус 2, что получилось?
Давай. Минус 2. Так, считай, считай, считай. Да, приходится так считать. Что поделать? Такова наша жизнь математическая. По сути, мы с тобой сейчас работаем в рамках метода интервалов. Подставляем сейчас знаки, да? Я, конечно, могу тебе сделать медвежью услугу и за тебя все посчитать, но я делать это не буду. Надо все за меня считать. Хорошо. Можно четверть. Вообще для вот как раз вот для знаков есть таблица, она называется таблица знаков, да, то есть можешь с тобой взять для каждого нашего выражения посмотреть знаки на каждом там и взять x, x минус 1, что там x минус 3, потом взять x минус 1, x минус 3, ну короче взять какое-нибудь выражение и там посмотреть знаки, проставлять. В данном случае у нас с тобой что получается? Вот, нам нужно с тобой сначала минус или что у тебя получилось? Какой знак первый? Плюс. Первый плюс. Здесь какой знак слева получится? Минус, Я плюс. не понимаю. Здесь какой знак у тебя получился здесь? Плюс. А что у тебя Плюс. получилось? Плюс. Так, давай-ка мы с тобой сейчас... Не понимаю. Ну, поставил ты, ты поставил у меня минус 2. Что у тебя получилось? Больше нуля, меньше нуля? Больше. Давай решать до конца. Дальше решай. Потом, когда... Даже следующее число берем. Нам нужно с тобой выбрать необходимый интервал, да? Мы берем с тобой вот соответственно, выражение. У нас есть корни. Потом мы с тобой должны на промежутке выбрать какой-то... То есть мы берем с тобой на промежутке число, например, минус 2, да? Да. Мы можем с тобой выбрать любое вообще значение переменной. Главное, чтобы как можно проще вычисления наши были. Ну, потом, соответственно, после решения. Если наш ответ будет положительное число... И значит, что у нас интервал будет положительный. Это знак плюс, если наше число будет положительное. Если наше число будет отрицательное, то интервал будет отрицательный. Так, то есть ты у меня поставила вот сюда, вот в это выражение, вот в уравнение вставила у меня здесь x минус 2, и у тебя что здесь получилось? Куку. До 463. То есть наверху у тебя получилось минус 70, сейчас скажу, 30, Почему короче, минус-то? ну потому что минус 2 ты ставишь сюда. Я тут отсюда считала, вот здесь, Я не сюда знаю, подставляла. куда ты подставляла, но вот у нас есть наше уравнение, правильно? Неравенство есть, правильно? Ты вставляешь в числитель минус, правильно? Где ты меня уже Ну почему я подставлял? сюда не могу поставить? Куда? Сюда. Где? Смотри, ну хорошо, если ты поставишь минус 2, что у тебя получится? Ну, 24-63, ну, положительное. Минус ты здесь меня ликвидируешь, да? А второй у тебя получается минус 54, да, у тебя здесь получится? Почему минус? Потому что ты минус с иксами ставишь минус. Минус 2. И мы же ставим 100 минус Блин. 2. Ё-моё, да. Мы же берем какой-то знак, Точно. мы число берем какое-то и поставляем его в наше уравнение, правильно? И Да. потом получаем знак. Какой знак мы получаем с тобой изначально? Ну, если число отрицательное, значит отрицательный интервал у нас. Какое число получилось у нас с тобой? Ку-ку. 84-63. Минус 84-63. На интервале мы получили отрицательное число. Да? Мы получили отрицательное число, значит, на этом интервале все значения будут отрицательные. Если мы с тобой получили отрицательное число, значит, на этом значит, слышишь меня? Раз, раз. Если мы с тобой получили отрицательное число, значит, Пропадаю, пропадаю. на этом интервале все значения будут отрицательные, если ты получил отрицательное число.
Какое бы ты число туда не вставила из этого интервала, все значения будут отрицательные. Да? Да. Да. Давай дальше работай. Как эти рисовать Рано волны еще, рано. кривыми? Никакие не надо, никакие волны. Давай, рано еще. Давай рисуем дальше. Пошла дальше по знакам. Ну, следующий. Тут несложно уже, наверное. Он Потому что знаки чередуются. минус один. Что я только сказал? А я только я сверху или снизу пишу как-то? Сверху пиши нормально. Пиши сверху, все, все окей, okay. It's okay, Между right? точками? Да, Между запис... точками? поставь между точками, хорошо. Нам что важно? Нам важно больше. Нам же важно больше равно, правильно? Больше. Значит, нам плюс важен. Ну вот рисуй. Что у нас? Можешь так отметить здесь у меня, да? Тебе какие интервалы важны? Нам положительные интервалы важны, правильно? Да. Ну, отмечай их. По сути, уже дальше... Дальше уже там... Ну, то есть, да, ты можешь отметить положительные интервалы. То есть, больше... На случай у нас там... Что у нас там получилось? Так у меня отмечено уже. Ну, все, нормально. Плюс-минус плюс. Все, заканчиваем эту нашу. Ну, все, по сути. Вот и все. По сути, все. Вот и знаки поставила. Что дальше? Да, все хорошо. Неравенство решили. Метод интервала применили. Знаки расставили, все, есть. Все же готово, А нам правильно? везде, да, во всех неравенствах мы положительно убираем. Нет, в зависимости от того изначально, что стояло у нас здесь. У нас положительное вот здесь. А если было отрицательным, только отрицательно выбираем, да? Да. Таким образом, что мы получили с тобой? Так, мы выходим с тобой уже на... Сейчас подумаю. Давай-ка мы сейчас с тобой еще по этим самым по неравенствам поработаем немножко. Давай второй вариант возьмем этот же неравенство. Сейчас возьмем. Давай-давай. Второй вариант. И сейчас я тебе примерчик найду на... Сейчас. Давай, второй вариант, я пока тебе готовлю, пока я тебе готовлю неравенство. Пока я тебе готовлю неравенство. Нам нужно, по сути, понять, как работать с методами интервалов более плотно. Так, что-нибудь, наверное... Наверное, сделаем что-нибудь простое. Сделаем что-нибудь простое. Давай-ка такое у нас будет неравенство. Давай. И вот это неравенство решим, и еще твое неравенство решим с обязательно с билета, с этого самого. Вначале твое, да. Да, сначала мое, смотри. И заодно ты там мне нарисуешь то самое. Так, я где-нибудь рядышком Сейчас. распакуюсь. Так. Давай следующий там добавь новый. Следующий слайд. Да. Как ты так у меня добавляешь? Там плюсик какой-то просто. Плюсик. Я не умею То так делать. есть Я новичок. я сделала Часть, как ты умеешь. эти там. Часть, как ты умеешь. Смотри. Да. Круто. Нам нужно что сделать, по сути? Нам нужно понять, как работает метод интервалов. На самом деле это такая тема, как бы, которая если не понять, то все. Да? Так, ну начнем с чего-нибудь простое. Не знаю, какой-то квадратный трехчлен. Квадратное уравнение можно с тобой решить. Квадратное уравнение методом интервалов. Например, сейчас подумаю. Дай-ка мы, знаешь, что сделаем? Так, мы с тобой решим вот это значение, да. Так, метод интервалов. Пишу. Возьмем с тобой основу. Начнем с чего-то очень простого. Вот у нас будет квадратное неравенство, квадратное уравнение, и мы потом вот подведем все в неравенство. То есть метод интервалов у нас, по сути,
Да, мы можем туда вот отнести это, можем. Так, хорошо. Далее, теперь начнем с вот этого примера. Да, что-нибудь посложнее. Я возьму вот это вот. Так. X квадрат плюс 2x плюс 2x минус 3 равно нулю. Ну, сейчас, например, больше нуля, да? Вот ты же привыкла всегда видеть либо знак больше, либо меньше. Давай больше нуля. Вот, да. Да, вот так вот будет получше. Что значит это? Это значит, что при каких значениях x вот эта штука будет больше нуля. Больше нуля. Давай найдем, при каких значениях x наша штука будет больше нуля. А предыдущий пример нужно было проверить, при каких значениях наше выражение будет больше единицы или равно, да? Да. При каких значениях? Мы сейчас с тобой это все сделаем. Итак, хорошо, давай. Пишем. При каких значениях наш полином будет больше нуля? Я уже могу решать, да, без этих. Ну, конечно, тебе нужно сначала что сделать? Не, тебе что... нужно перед я действием уже... по алгоритму что делаем? Ну, у нас уже все перенесено в левую часть. Мы уже выражение неравенство. Неравенство трансформируем. Неравенство трансформируем во что? Приравниваем к нулю. Неравенство трансформируем во что? В равенство. Уравнение. Да. Неравенство трансформируем в уравнение. Первое действие. Второе действие. Перебрасываем всех товарищей, если нужно перебросить. Но перебрасывать никого не надо. Да, все уже здесь. Уже все здесь. Стандартный алгоритм. Рассчитываем с тобой дискриминант. Это же квадратный трехчлен. Можно по теореме Виета. Какой теорем Виета? Слушай, я даже не помню эту теорему Виета. Я помню. Ну, здесь можно. Ладно, давай здесь... теорему Виета, давай. Неважно, я что-то не взлюбила, не знаю. Как-то мне... Мне тоже не нравится, но здесь просто совсем легкие числа. Еще могу посчитать это как-то в уме. Хорошо. Я просто подбирать не люблю. Там сразу ты пишешь и решаешь. И здесь надо думать, сидеть. Надо думать, сидеть. На всех уроках нужно думать, сидеть. Думать. Наша задача сегодня отработать вот этот пример и еще закрыться на твоем примере, если успеем. Да? Да. Ну, просто... Там на контрольных, не знаю, я просто могу теряться в таких, где нужно сидеть, я бывает могу не соображать, и поэтому мне удобнее и быстрее дискриминант, потому что у меня меньше шансов ошибиться, чем здесь. Хорошо. Меньше шансов ошибиться, чем здесь. Мы с тобой еще на том графике не отметили наши шлиховки, мы с тобой скоро их отметим. Можем шлиховки, можем рисовать кривую. Можем рисовать кривую, можем шлиховки рисовать. Забор можем рисовать, можем с тобой сделать. Короче, сейчас увидишь, как можем с тобой сделать. Заборчик. Так, активней. Знаки плюя, нам остается стрелка. Теперь эту. У нас это получилось, по сути. У нас, по сути, с тобой только получилось 2х. Нам нужно найти тот x, который у нас больше равно единице. А у нас только один x больше равно единице. Это у нас 9. А, значит, выколот. Это у нас сейчас. Нет, не слушай то, что говорю, я просто. Это мысль вслух. Твоя мысль мне помогла. Мысль вслух. Берем единицу, оттуда забираем, получается 1,4. Это даже больше, чем единица. Ну да, это получается x2. Хорошо. Это только x2 у нас входит туда. Да, работай. Ну, минус 3 у нас получается выклада, если у нас число, ну, должно получаться.
А, стоп, стоп. Активней, активней. Сейчас. Мы строго больше нуля идем, правильно? Если Да. можно ли x взять в уравнение, если мы x подставим, мы больше нуля будем? Единицу, если подставим. Единица плюс 2. Да. Нет, Да. неправда. 0, 0, Нет. 0 не больше нуля. Ну подставь единицу в уравнение. В неравенство. 0 не больше нуля. А, да. Он не подходит. Ты не можешь подставить единицу. Значит, у нас минус 3 тоже не могу. Молодец. Если у нас Не забываем проверка. сейчас То есть, возможно, ну, скорее всего, любое число, кроме этих двух. поскольку наше неравенство строгое, мы с тобой используем выколотые точки. Это понятно, правильно? Да. Потому что неравенство строгое. Точки Да. выкалываем. Далее. Следующий Да. момент. Определяем знаки. На площадных интервалах. Как определяем знаки? Это самый дурацкий вопрос. Вставляем. Вставляем в уравнение иксы. Да. Ну, в первом у нас получается 0, ну и положительный плюс. Дальше минус. Какой интервал рассмотрим сначала? Говори, говори, рассмотрим интервал минус бесконечности до минус 3, не включительно, говори. Посмотрим первый интервал от минус бесконечности до минус 3, не включительно. Но я собиралась Выберем сказать, любое типа, значение выберем любое из этого значение. интервала. Допустим, минус 4. Какое значение выбираем? Минус 4, Минус согласен. 4. Подставим его в трехчлен. Подставляем. Что получаем? Это надо будет, наверное, расписывать, да? То есть сейчас Подставляем первый. в трехчлен. Мысленно можем даже. Ну, быстренько время. Так Вставляем сюда. если я не напишу, то они ничего мне нету. Ну, главное, чтобы ты 0 плюс плюс-минус сделала. Если тебя устно будут спрашивать, как вы эти счета считали, ты устно потом на экзамене ответишь. Ладно. А, сейчас. Забыл. Сейчас быстро. Представляем минус 4 в неравенство. Получается 16 плюс-минус 8. 16 минус 8, 8. 8 минус 5, 3. 8 минус 3, 5. 5 больше нуля. Верно. Правильно? Потому что 5 больше нуля. Значит, и весь интервал Значит, подходит. весь интервал больше нуля во всех точках. А если он больше нуля во всех точках, это значит, что он положительный. Потому что мы больше нуля. Правильно? Быстренько. Смотри дальше интервал. Ну, понятно, что дальше уже, по идее, знаки чередуются, но всякая в жизни бывает. Рассмотрим интервал, какой второй интервал. От минус 3 до единицы, правильно? Да, сейчас, типа, Возьмем с тобой минус. в качестве икса Подходит. 0. Получится что? Минус 3 Сейчас. больше Нет, нуля. Это неправда. Минус 3 ну не нет. больше нуля, минус 3 меньше нуля. Сейчас. Если Нет. минус 3 не больше, минус 3 меньше нуля. Значит, наш трехчлен меньше нуля во всех точках интервала. Согласна? Да. Да. Ну что, а минус 3 получилось. Ну, подставляй 0, конечно. Минус 3 получается. Минус 3 меньше нуля. Значит, интервал от минус 3 до Нет. 1 не включительно подходит, или что мы брали? Что А, нет, такое? мы 0 брали, 0, 0, подожди. Просто 0. 0 не подходит. Минус 3 меньше нуля. Минус 3 меньше нуля Да. написала. Ну, пойдет, не, ну и пойдет вот так вот тоже. Так, Да. что дальше? Третий интервал от 1 до плюс бесконечности. Подставляем двоечку. Ну, понятно, что получаем, да? Нет. Д Сюда. два Сейчас, подставляем, получаем с извини, я тобой. быстро Да. минутку. Поставляем 4, Ну, там понятно, ой, да, что 4, 8, что у нас? 5 больше нуля. 12, минус 3, 5 больше нуля. 5, 5. 5 больше нуля. Окей. 5 больше нуля. Значит, интервал, да, Значит, мы подходит положительно во этот... всех точках этого интервала. Перечисленные постановки выполняются вообще устно. А результат знака мы уже оставляем на чертеже, это обязательно.
нужные интервалы нашлифовываем или делаем волну. Классика говорит, ну, академическая математика там шлифуется. Можем сделать волну. Можем сделать... Сделай волну. Можешь ты написать? Можем сделать... вообще... решение неравенства является... У нас сколько интервалов в данном случае? Два. Два. Какие? От минус бесконечности до минус трех не включая, и не включая от одного... Которые больше нуля нас интересуют интервалы. Которые больше нуля, да. Да, потому что у нас вот здесь написано, больше нуля нас интересуют интервалы. Хорошо, берем интервалы больше нуля. Значит, мы рисуем интервалы больше нуля. Я вам еще правильно? Еще раз. Нас интересует. Да. Интервалы я больше нуля. Вот. А если бы типа был минус сейчас? Нас интересует больше нуля, согласна? Да, поняла. Можешь, а если бы был минус, то мы бы вот так, да, делали? Да. Ну, типа того. Я сказал, можно? Да, типа того. А, поняла. Да. Хорошо. Да. Можешь вот так, как я... Можешь и штриховку сделать, и обвести вот так плюсики. Вот так. Хорошо, да. На всякий пожарный, чтобы побольше туда, в этот график. Все, что туда, и штриховка была. И эти все, чтобы они, если что, скажут... Чтобы точно знали, что они это, что мы шарим. Да, все. Вот, ну, в любом случае, мы вот так сделали. Мы с тобой и отметили, и все показали, что у нас плюсы. Да? Что дальше? Да. Ну, ответ, наверное. Дальше нас интересует в предыдущем. Ну, что мы там в предыдущем должны сделать? Штриховать будем в предыдущем? Давай. Нас интересует то, что только там, где больше равно единице, правильно? Где мы 100 больше равно единице? Да. Где мы 100 больше равно единице? Сейчас. Вот так получается. Подставляй там, что у нас, подставляй значение там. Возьмем с тобой интервал, какой возьмем интервал? Ну, включительно? Нет. Нет? Или да? Ну, не включительно. У тебя же он включен. Все. Не все. У тебя ноль включен. Все. У тебя ноль включен в интервале. Полный интервал, у тебя ноль включен. Правильно? В каком? Ответьте, ноль включен. Так при ноле у нас не выполняется неравенство. У тебя 0 включен вот здесь, вот правильно? Подставим, раз у тебя 0 включен, давай подставим 0. Подставляй 0. Ну, подставляю, у нас минус 3 выходит. 3, что там у нас внизу получается? Минус 1, если 0 подставляем, плюс 4. Опять, а внизу получается 1, да, у нас? А там плюс 0. Больше равно единице. Получается вот у нас минус 3 плюс 4. Сейчас что получается? Получается у нас ответ-то какой? 4 минус 3, да, согласен со мной? Больше равно единице. То есть у нас получается 1 больше 1 равно 1. Это верное утверждение. Это верное утверждение. 1 больше равно 1. Правильно? Один больше равно одному или не больше да. Равно? Да, да. Да. Ну, а равно. Вот и все. Ну так, почему ноль-то включен? Ну, потому что ноль имеешь право использовать. Ну, при ноль же у нас не выполняется. Что у нас не выполняется? Только что же я все поставил тебе в ноль. Я тебе ноль поставил в уравнение. Мне нравится, я сейчас ноль поставил, но все выполняется. Минус 3 получается, минус 3 не... Получается, один больше равно одному. Только что я вот поставил неравенство. Ноль. Согласна? Это ноль. Что? Я взял вот этот... Это ноль, я да? Я взял этот интервал и поставил ноль. Вот из этого интервала я взял число ноль. От минус одного третьего, не включительно до нуля, я взял ноль. В этом интервале. И вставил ноль в неравенство. Правильно?
Ну, так 0 во второй 0, 2 на 0, 0 и минус 3 больше 0 получается. Но это же неверно, значит 0 не подходит. 4 минус 3 получается 1. 1 больше равно 1, 1 больше равно 1. Согласна? Еще раз. Куда пропал наш, наш самый? Где, где наш пример? Ой. Ну, то, с которым мы решали, где он? У меня есть, у тебя нет? На первом слайде, да, все правильно. Так, смотри, 0 подставили, что получилось? Получилось 4 минус 3. 4 минус 3 больше равно единице. 1 больше равно единице получился у нас ответ. А 1... Куда ты подставляешь? Сюда я подставляю 0. Вот сюда подставил 0. Вот в самый верхний, вон сюда вот. В самый верхний, вот сюда вот даже поставил. Вот, в самый верхний. Блин. Самый верх поставил, самый верх. Взял, поставил 0. А, ты на первом слайде, а я на третьем сижу. Каком на третьем? Блин, Руслан. Так ты сама рисовала змейку здесь, на первом слайде. Блин. Ну, понятно, да, все. Ты же сама рисовала змейку. Мы же с тобой на первом, на предыдущее время не нарисовали змейку. Мы сейчас только рисовали змейку, когда поняли, как она рисуется. Сначала же вроде нужно... был на этом. Сначала нужно понять, как змейка рисуется, а потом рисовать эту змейку. Все, я поняла, почему мы с тобой это, да. Все, змейка нарисовали. Мы на разном, все. Ноль, один больше равно единице. Тогда это, здесь, это, да, ноль, да. Значит, входим с тобой, я змейку правильно нарисовали, все, отметили плюсы. Плюс отметили, нарисовали крутую змейку красивую, все, класс. Ну все, что там еще нам нужно ждет, ждет нас с тобой? Ну вот неравенство, которое ты должна с Михаилом у нас решить вдвоем. Правильно? Какое? Вот это не нравится. Мое, что ли? Ну, второй слайд. Это второй слайд, правильно? Ну, сама такой? Могу. Сама, да. Сама могу решить. Да ну. Серьезно? Да. Сейчас. Да. А давай так. Давай, знаешь, что сделаем? Слушай. F, плюс у нас где F, F больше нуля у нас плюс получается, F меньше нуля у нас минус. Хорошо, сейчас тебе скажу, так, у нас получается 5 делим на 2х, да? 2х, да, плюс 1, плюс 1, плюс 2 делим на 7х минус 1. 7х минус 1, меньше равно 3х. Слушай, оно, в принципе, ну оно, слушай, это все однотипно уже, то есть это все уже пройденная тема, согласна? Да. Сразу же тебе скажу, что нужно. Придется писать ОДЗ. Все, я побежал. ОДЗ, x не равен минус 1 второй, x не равен 1 седьмой. Все, это подсказка была, это было ОДЗ. Я побежал. Пока!